금승댑 소라상자의 이북은매네 아이 가사판 아사탄매네 Родоначальник слова «тюрьме». Под таким названием в Шымкенте проходит творческая встреча «Жырши тюрьмеши» с молодежью. Интересующихся мероприятием необычного формата собралось немало. Молодые люди убеждены, такие встречи повысят мотивацию и уважение юношей и девушек к традиционному искусству. Тюрьме деген тунт тұрған бір қазақ өнерінің жауқарларының бірі себебі тюрьме деген өзі атай. Тюрьме – один из шедевров казахского искусства. Я могу сказать, что в тюрьме много назиданий, благородных призывов. Есть слова, которые служат пищей для размышлений о себе и об окружающей жизни. Тюрьме – это очень значительный пласт казахского национального искусства. Среди тех, кто разъяснил молодежи мегаполиса значение тюрьме для казахского народа и привнес в него наполненные богатым смыслом песни, термеши Жахып Спатаев, Кунанбай Байтенов и Ербол Калмырзаев. Главная цель проведения творческого вечера – донести национальный жанр до молодого поколения и таким образом популяризировать древнее искусство среди молодежи, говорят организаторы. В наше время, конечно, большое количество жанров эстрадного направления с красивой музыкой, которые очень увлекательны для молодежи. Но в том же эстрадном парке мало исполнителей, которые развивают наши тюрьме. Есть много исполнителей, которые исполняют песни вживую, но конкурировать с теми, что сейчас слушает молодежь, это очень сложно. Творческая встреча «Жырши тюрьмеши» с молодежью в Шымкенте проходит не впервые. При этом организаторы отмечают, что такие мероприятия будут проводиться и в дальнейшем. Как говорят мастера жанра, жемчужину национального искусства нельзя потерять. Данияр Худайбергенов, Абзал Турабеков, информационная служба телекомпании «Отрар».